Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня мы начинаем, секцию исследований ксенофобии, антисемитизма и расизма, методы, формы, проблемы. Сама по себе проблема исследования такого рода чрезвычайно сложна, но сегодня у нас представлены очень сильные спикеры, докладчики, хотя 7 человек выступающих – это очень много на одну секцию. Поэтому каждому достается, если посчитать, примерно 8-10 минут максимум. И я бы хотел бы оставить еще немножко времени, если удастся, на вопросы из зала, с тем, чтобы можно было бы прояснить некоторые положение выступающих. Поскольку действительно время очень мало, я буду очень коротко и прошу придерживаться выступающих регламента, но хотел бы сказать, что я получил заверение от организаторов Конгресса, что в обозримом времени мы наметим специальный семинар, онлайновский семинар для более глубокого обсуждения этих проблем. Потому что, конечно, проблемы методов, форм, факторов, которые определяют динамику антисемитизма, ксенофобии, это слишком сложная и многообразная тематика. Кроме того, я глубоко убежден, что вообще говоря, трудно говорить о каком-то одном понимании природы антисемитизма или ксенофобии или расизма. Это в очень большой степени зависит от контекста, от культурного, политического контекста, от наличия тех или иных организаций, которые могут мобилизовать в свою поддержку радикальные элементы, и от государственной политики, которая точно так же может либо контролировать проявление антисемитизма. Я из своего опыта более чем 30-летнего исследования ксенофобии и антисемитизма знаю, что это проблемы в принципе нерешаемые, проблемы ксенофобии. Суть ее сводится к тому, чтобы только контролировать определенный уровень, не допустить наиболее агрессивных форм проявления ксенофобии или антисемитизма, расизма. Поэтому чрезвычайно важно становится анализ типологии вот этих форм ксенофобии, антисемитизма. И, соответственно, причин, факторов, следствий их динамики, влияния их динамики. Но начать я попрошу выступление одного из самых авторитетных исследователей в этой области, профессора Серджио Делле Перголо. Прошу вас. Thank you, Professor Gutkov. Благодарю вас, профессор Гудков. Добрый день. Для меня большая радость быть снова в Москве, хотя бы даже виртуально. И по теме, о которой я буду говорить, я хотела бы начать с вопросов определения антисемитизма, который очень много попадает в последнее время на передовые страницы публикаций. И, по сути, что достаточно ли взаимоотношения между этими попытками концептуализировать антисемитизм и ситуацией в этой области. И я заметил, по крайней мере, да, пожалуйста, включите мою презентацию. Очень много делают историки, философы и политэкономисты, но эмпирические науки и социальные науки, которыми я работаю, практически не участвуют в этом.
Что же поддерживаете? По сути, ответ на вопрос, что такое антисемитизм, должен быть дан людям. И нужно спросить именно людей, что они чувствуют, как они воспринимают, что-то, какова ментальная структура их восприятия. И на этом основании они пытаются создать более теоретическую схему. Теперь переходим ко второй и третьей. Будьте добры, на два слайда вперед переключите, пожалуйста. Первый я уже осветил. И еще один слайд, следующий дальше. Значит, что я хочу представить? Я надеюсь, что вы видите сейчас на экране то, что мы называем структурный анализ данных. Мы провели большое исследование в 12 странах Европейского Союза в 2018 году под спонсорством агентства, фундаментального агентства прав человека Европейского Союза в Вене и с помощью центральной из GPR в Лондоне. У нас 6 тысяч интервью мы провели в 12 странах через интернет и проанализировали статистические корреляции между различными факторами. Есть метод, известен как SSA-анализ, который дает статистические цифры, демонстрирует графически. И здесь корреляция представлена точками на таблице, и чем ближе, тем ближе эти точки, более отдаленные, меньшая корреляция дальше от черты. И здесь мы говорим об антисемитизме в целом. И здесь пространство разделено по горизонтальной чертой. Сверху то, что мы называем когнитивные или концептуальные моменты того, как люди воспринимают определенные отрицательные выражения касательно антисемитизма. Можно сделать картинку крупнее, потому что так, мне представляется, не очень видно, очень мелко. Побольше сделайте, пожалуйста, увеличьте. В нижней части мы видим опыт людей, которые слышали эти отрицательные заявления. Но интересно здесь то... Да, спасибо большое. И вот это вертикальное разделение справа налево показывает, что есть три основных компонента. Один — это так называемые протоколы классического антисемитизма, которые выражают отрицательными высказываниями, отрицательными характеристиками евреев. И их значимость для общества, в котором они живут. Центральная полоса связана с Холокостом, отрицание Холокоста, принижение Холокоста и его значимости, эксплуатация Холокоста евреями. А слева отрицательное мнение относительно Израиля. Это что лучше бы, что израильтяне фашисты, лучше бы Израиль не существовал, вот это внизу. И эти три области очень четко связываются с евреями, и это показывает, что может произойти и что происходит на самом деле. Переходим к следующему слайду. На следующем слайде мы видим корреляцию и расширение содержание, содержание бихевиоральных или поведенческой и трансмиссивной коммуникации и различных концепций поведенческих. Здесь важно это разделение на четыре области. Опять же, восприятие когнитивное и связанное с опытом. Они четко разграничены между собой. В то же время они оставляют основную часть этого пространства наших 16 тысяч европейских евреев. И мы видим интересное разделение здесь на четыре элемента. Внизу то, что мы называем практический антисемитизм. Это то, что реально происходит. Это насилие, это осквернение кладбищ и тому подобное. Дальше против часовой стрелки двигаемся. Это политическая жизнь, в политические программы, политические заявления. Дальше. Правый верхний угол, то, что мы называем популистский антисемитизм, то, что происходит на улице, и освещение в средствах массовой информации. Как правило, это связано с низким уровнем образования.
а верхняя левая область, то, что мы называем нарративная, антисемитизм, который более типичен для людей более культурных, для академических кругов, для более уважаемых средств массовой информации. И это связано с большим уровнем образования. И здесь именно больше антиизраильских высказываний. В то время как справа это больше касается Холокоста и месседжей классического антисемитизма. Переходим к следующему слайду. На следующем слайде добавляется еще один элемент. Это кто, собственно, проводит эти действия. И то, как воспринимается еврейским населением, мы видим интересную корреляцию между правым крылом политическим и христианскими области. Это больше связано с популистским и с более низким уровнем. В то время как слева, то, что я называю нарративной, это более высокий уровень интеллектуальный, и это больше здесь виновники или причастные, это речь идет о каналах, которые они используют для принижения или оскорбления евреев. Еще одно интересное мнение — это центральная часть графика. Это интернет. И интернет воспринимается как своего рода координирующий элемент, что означает, что новые средства массовой информации не только технически являются распространителем, но и, по сути, питают антисемитизм и распространяют его также. Переходим к следующему слайду. Здесь посмотрим несколько с другой стороны. Это элементы еврейской идентичности, как их воспринимают иудеи, евреи в большинстве европейских стран. И один из компонентов еврейской идентичности. И я их классифицировал в правой части. Это конкретные, такие как религиозные убеждения, религиозная активность, а слева более универсальные, то есть культура. И интересно, что антисемитизм и Холокост также находятся в левой части. Они размыты не в конкретной, а в более общей и более международной, универсальной аспекты поведения и отношений. В то же время мы видим, и это очень важный момент для нашей дискуссии, что в центре конфигурации есть что-то, что является наиболее центральной частью восприятия, не столько в плане частоты, сколько в плане корреляции со всеми остальными элементами еврейской идентичности. И, с одной стороны, это народ, это причастность к общему народу, а второе — это государство Израиль. И эти два фактора явно коррелируются в умах многих евреев. И чрезвычайно важно это понимать сейчас в современности. Любые нападки на один из этих компонентов очень быстро воспринимаются как нападки на второй. И это, может быть, инстинктивно происходит. И известный биолог Павлов рассказал о механизмах, павловский механизм действия рефлексов. То есть это происходит рефлекторно. И так вот рефлекторно, наверное, евреи чувствуют, что когда происходят нападки на государство, это нападки на людей. И наоборот. И это мнение разделяют многие евреи в европейских странах и в других странах, на других континентах тоже. Теперь перехожу к выводам. Будьте добры, следующий слайд. Да, расширьте, увеличьте, пожалуйста. Здесь говорится, по сути, что наш структурный анализ, не было времени рассказать о подробности и методике, но я готов сделать это в другой раз. Анализ демонстрирует, что европейские евреи — это коллектив с четко структурированной концепцией восприятия современного антисемитизма. И по трем основным осям отрицания евреям отрицают как отдельным людям право на гражданские, социальные, культурные и политическое равенство любым другим людям в обществе. Это классический антисемитизм.
Далее, во вторую часть, это как потенциальная жертва или выживший планированного уничтожения, право на сохранение и передачу собственной памяти, уничтожение собственного народа Шоа. И знаете, что есть большие споры ведутся о легитимности еврейской памяти и о роли Яд Вашем, этого механизма партнерства. И третье, это как член национального коллектива право на корпоративную национальную суверенность через независимое государство Израиль. Это право, которым не отказано никакому другому коллективу, и это важно для многих государств сейчас. И следующий слайд, пожалуйста. Здесь, будьте добры, еще один следующий слайд. Несколько предложений для продолжения решения и возможность к надежному определению антисемитизма должна быть итеративной, начиная с формулирования определенных гипотез относительно основных паттернов, основных схем антисемитизма, и дальше продолжая эмпирическим подтверждением их наличия, частоты, последовательности и применимости. И только после результата можно разработать синтетическое определение. И следует уделять больше внимания когнитивной, аффективной форме восприятия и основанной на опыте. И это очень важно, чтобы мы уделяли этому внимание, вот этому внутренним чувствам людей. Также практическая, популистская, политическая или нарративная формы выражения. Их нужно понимать, осознавать и анализировать. Прямые или виртуальные каналы распространения. Эти каналы — это тоже очень важно. Характеристики тех, кто собственно, виновных или инициаторов антисемитизма, и взаимосвязь между этими различными аспектами. Их нужно понимать. И, наконец, также следует отметить, нет времени на это обозначиться, это региональные вариации в рамках ЕС. И также следует уделить этому внимание. И я перехожу к последнему слайду, в котором я говорю, что очень важно, чтобы в рамках продолжающихся дебатов об определении антисемитизма, которые у нас проводятся сейчас, и определение, которое сейчас используется, является не идеальным, но очень хорошим. И то, что предлагается как альтернатива, так называется иранское, иерусалимское определение, что, на мой взгляд, касается гораздо более предвзятое в некоторой степени. Наши исследования несут важное значение для разработки новых значимых и эффективных, подтверждаемых идей и для разработки подходящих и эффективных частных и государственных инициатив по борьбе с ними. На этом я заканчиваю свой доклад, и я очень постарался вписаться в отведенное мне время. Спасибо большое. Профессор Сержо Делла Пергола. И следующий доклад будет делать Альвин Розенфельд, директор Института изучения современного антисемитизма в США. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо. Я рад иметь возможность принять участие в конференции. Спасибо организаторам. Я тоже рад, к сожалению, я не могу присутствовать лично в Москве, но рад слышать всех. Итак, тема моего доклада очень тесно связана с тем, что только что отметил профессор Серджио Делла Пергола. Мы говорим об определениях понятия антисемитизма, о тех, которые имеются, и о том, какой личный опыт связан с ними у людей. И на этом я хотела бы предложить очень простое определение антисемитизма, которое я сам использую, и надеюсь, оно также пригодится вам. Это антисемитизм для текущих пределей. И основывается на обоснованиях и иррациональных
различных ненависть, недоверие и другие характеристики. И, хотя они присутствуют во многих странах, многочисленных странах в разное время. Причины антисемитизма и формы могут различаться в разных странах. И для наших целей сегодня полезно знать как минимум две основные версии антисемитизма. Первую я назову социальный или общественный антисемитизм, а второй – политический антисемитизм. Социальный антисемитизм происходит от недовольства, вплоть до полного социального исключения, включает в себя маргинализацию людей, которые считаются неприятными, недостойными и так далее. И в этом случае они постригаются от старокизму, и они исключаются из общества. Происходит сегрегация или исключение евреев из отдельных районов, областей, работы, школ, университетов и так далее. В наиболее экстремальном выражении сторонники социального антисемитизма стремятся изгнать евреев из стран, где они проживают, или поселить их в гетто, в области ограниченного перемещения. И мы понимаем, что один из результатов — это четвертое. Это в средние века евреи изгонялись из некоторых стран, а также формирование гетто специально. Напротив, политический антисемитизм происходит, возникает больше по причине страха, чем нелюбви, и имеет различные более деструктивные формы. Те, кого такие чувства охватывают, считают, что евреи представляют угрозу их благополучию, а также здоровью и стабильности общества. Они убеждены, что евреи составляют некую тайную организацию, пытаются прийти к власти, пытаются захватить основные политические, культурные институты, финансовые рынки, СМИ, а также все остальные сферы жизни, в частности, гражданское общество. Они считают, что евреи несут ответственность за страдания людей, причем в таком масштабе, что их можно назвать воплощением зла. Зачастую говорится, что евреи помощники сатаны, их демонизируют в космологическом масштабе. Гитлер, извините, что я его цитирую, но это сейчас очень актуально, считал, что евреев надо описывать именно такими терминами. Он в «Майн кампфе» писал, что евреи — настоящие черти. И вновь процитирую Гитлера: если не поставить евреев под контроль, цивилизации придет конец, а мир скатится во тьму. Поэтому те, кто представляют себе евреев в таких постмагорических терминах, они ставят себе задачу не изгнать евреев, а просто их уничтожить. И для них недостаточно просто держать дистанцию с евреями. Они хотят евреев уничтожать. Резюмируя самыми простыми словами, я бы процитировал очень интересную книгу, которая была написана после войны, об антисемитизме, который говорит, что антисемит, хотел бы, чтобы все евреи умерли. И это четко излагает суть политического антисемитизма. И надо проводить различия между антиционизмом и антисемитизмом. Я могу сказать, что худший вариант — это призывы к смерти евреям и уничтожению еврейского государства.
Если вам кажется, что это экстремальная позиция, так и есть. Но, к сожалению, в прошлом мы неоднократно сталкивались с тому, как эта идеология проявляется на практике, когда евреев изгоняют, преследуют, они сталкиваются с насилием, геноцидом. И во время Холокоста в Европе миллионы были убиты. Хочется, конечно, думать, что все это в прошлом. Хочется на это надеяться. Однако мы живем в очень непростые времена, и антисемитизм, особенно антисионизм, становится все более активным. И Стивен Харпер, бывший премьер Канады, говорил, что антисионизм и антисемитизм направлен против еврейского народа, направлен против Израиля и пытается продать этот старый заговор новому поколению. Папа Римский, Франциск, также высказывался очень ярко, и он говорил, что нападение на евреев — это антисемитизм. Однако нападение на израильское государство не может рассматриваться никаким иным образом. Алан Джонсон, британский ученый, с этим согласен. Процитирую и его. Демонизация евреев превратилась в демонизацию Израиля. Это неприемлемая тенденция, кровожадная тенденция, которая препятствует созданию лучшего мира. Те, кто считают, что Израиль зло, к сожалению, таких немало, регулярно считают и заявляют, что Израиль — это воплощение зла, преступное государство, обвиняют Израиль в расизме, апартеиде, преступлениях против человечества, этнических чистках и геноцидом. Некоторые даже сравнивают его с Южной Африкой эпохи апартеида и нацистской Германии. В результате, естественно, предпринимается попытка делегитимизации еврейского государства, его демонизации. Ставится под сомнение право на существование. А, честно говоря, никто не пытается ставить под сомнение существование ни одного другого государства в мире. Антисионизм, понимаемый таким образом, является реально крайним, потенциально смертельно опасным выражением антисионизма. С начала 21 века можно сказать, что антисемитизм, антисионизм стали, наверное, самыми яркими проявлениями ненависти к евреям, с которым мы сталкивались на протяжении нашей жизни. Сказать мне на эту тему есть много чего, однако понятно, что время не бесконечно, поэтому если у коллег возникнут вопросы после выступления, я с удовольствием на них отвечу. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. И следующий у нас докладчик Виктор Шнелерман, главный научный сотрудник Института этнологии в Москве. Пожалуйста, Виктор Александрович. Спасибо. Мой доклад будет вот о чем. Мне интересно сейчас, как и почему люди становятся антисемитами, то есть какие пути ведут к этому. Этот вопрос, вот видите, мы на этой конференции, на многих других конференциях обсуждаем социологические данные, обсуждаем мониторинги, обсуждаем опросы. Но вот вопрос, который я сейчас поставил, он не так уж часто возникает и становится объектом анализа. Так вот, идеология не является прирожденным свойством человека. Она формируется в процессе социализации, и поэтому можно поставить вопрос, как и в какой обстановке человек начинает испытывать ксенофобские чувства, в том числе антисемитизм.
Следует ли искать корни этого в семейных традициях, в детской, дворовой или школьной среде, в чтении соответствующей литературы, во влиянии взрослых наставников, встреченных на жизненном пути, в самостоятельных идейных поисках и стремлении осмыслить окружающую действительность, в определенных контекстах социального общения или пережитых травматических обстоятельствах? Чем вызываются антисемитские чувства? Страхом перед могуществом евреев или верой в их порочную натуру? Какие имеются источники для изучения этой весьма чувствительной и щепетильной проблемы? Обычно социологи полагаются на массовые опросы, дающие общее представление об уровне ксенофобии, но такие опросы не позволяют ответить на поставленные здесь вопросы. Культурные антропологи берут глубинное интервью и наблюдают за особенностями общения радикалов, анализируют состояние их бесед. Но это не всегда позволяет всесторонне осветить интересующую меня здесь проблему. Скажу вот что. За последние лет эдак 20-25 я знаю только два хороших исследования такого рода, когда социологи изучали низовую субкультуру. То есть речь шла о том, как молодые люди попадают в экстремистские сообщества, включая скинхедов, неонацистов, Ку-клукс-клан. Одно исследование очень хорошее проводил американский социолог в Америке, а другое проводили у нас в Норильске. Вот, так вот, их выводы сводились к тому, что молодые люди из неблагополучной семьи, простите, из неблагополучной среды ищут какую-то подходящую себе группу, которая могла бы удовлетворить их чаяния, скажем, каким-то образом. И, как правило, они через друзей попадают вот в эти группы. То есть идеология здесь как бы сопутствующий момент, не самое главное. Так вот, мои данные как раз приводят меня к совершенно другому выводу, потому что я изучаю другое. Я изучаю элитарный антисемитизм. То есть это не столько низовая субкультура, сколько речь идет об идеологах, о радикальных лидерах. Речь идет о людях, зарекомендовавших себя своими многолетними антисемитскими публикациями. Все они интеллектуалы, в свое время получившие полное или незаконченное вузовское образование. И по этим данным у меня... Да, откуда я их беру, собственно говоря? Это действительно интересные источники. Дело в том, что вот в 90-е годы они еще опасались, а лет 10-15 последних они опасаться перестали. И люди это уже преклонных лет или в общем возрасте, и они пишут очень подробные автобиографии. То есть эта книга где-то страниц по тысяче листов, по тысяче страниц, а то и больше. То есть очень детально. То есть они хотят, чтобы оставить о себе память и о своей, так сказать, деятельности. Поэтому есть чем заняться. И вот я собрал такую литературу, и по этим данным у меня вырисовываются два типажа или две линии, ведущие к антисемитизму. Очевидно, следует различать почвеннических антисемитов, получивших индоктринацию в своей семье, и идеологических антисемитов, перешедших на антисемитскую позицию в результате своего жизненного опыта и интеллектуальных размышлений. Первые начали свой путь, опираясь на эмоции, вторые шли от рассудочных представлений. Первые впитывали антисемитские чувства от старших родственников, родителей или дедушек и бабушек. В детские годы они слышали ксенофобские реплики, разговоры, рассуждения, наблюдали за реакцией или за поступками старших в соответствующих ситуациях.
Позднее на это наслаивалась новая информация, которую они тщательно отбирали, стремясь, чтобы она соответствовала их уже сложившимся убеждениям. А вот биографии вторых показывают, что в молодости они не раз меняли свою позицию, свое отношение к религии, внешнему миру и свои политические взгляды. Основой моего анализа служат книги экономиста Платонова, журналиста-международника Большакова, журналиста и праворадикального политика Владимира Осипова. Он в прошлом году умер, остальные живы. Художника Демина, ну и, наконец, врача Острецова. Из них к старшему поколению можно отнести Осипова и Большакова, которые подростками застали сталинские антисемитские кампании конца 40-х, начала 50-х годов. Острецов в эти годы был еще слишком юн, чтобы это могло на нем отразиться. А Платонов и Демин воспитывались уже в постсталинскую эпоху. Многие из них имели высшее образование. Платонов окончил экономический факультет Московского кооперативного института. Большаков – институт иностранных языков. Острецов – первый Московский медицинский институт. А Осипов учился на историческом факультете МГУ, но был отчислен по политическим причинам. Ну и, наконец, Демин прошел курсы художников-декораторов на Мосфильме. Все они росли в различной обстановке. И вот теперь я тут различаю детство, школу и потом юность. К сожалению, времени очень мало, я не могу детально рассказывать о каждом. Может быть, если будет публикация, я там к этому обращусь более детально. Здесь я, пожалуй, приведу только пару примеров. Вот, скажем, в семье Платонова антисемитизм передавался по наследству, из поколения в поколение. Он был основан на православной юдофобии, на которую наслоились воспоминания об утрате большого имущества во время гражданской войны. И смысл слова «жид», популярного тогда в детской среде, Платонов узнал от бабушки, которая ему объяснила, что это плохие люди, от них надо держаться подальше. Поэтому, вот так сказать, с детства Платонов уже был готов к тому, что он отправится именно этим путем. Потом в школе у него были стычки со школьниками-евреями в пионерском лагере. Ну и так все пошло. Потом, в конечном итоге, где-то в конце 60-х годов, он связался с людьми из ВОАПИК, навещал русский клуб, известный в то время. Ну и уже к тому времени уже стал таким законченным как бы антисемитом. А вот с остальными все было иначе. У них родители были правомерными коммунистами, они росли нормальными школьниками, были пионерами, комсомольцами, воспитывались в интернационалистской среде. У некоторых и друзья были евреи, и некоторым даже в течение их жизни, на первых этапах их карьеры, евреи помогали. Вот. Вот только один пример. Владимир Осипов. У него антисемитизм вызревал постепенно. В юности он поддерживал близкие отношения с художниками-авангардистами, среди которых было немало евреев. Он даже помогал устраивать их выставки. Но к концу 60-х годов обнаружил у них аморализм и сатанизм. Чтобы избежать обвинений в антисемитизме, Осипов иногда делал оговорку, что выступает только против сионизма, космополитизма и талмудического иудаизма, а не против всех евреев скопом. Но удержаться в этих узких рамках ему не удавалось, и он уличал евреев и полукровок в склонности к космополитизму, либерализму, придавая этому уже и расовую основу, то есть кровь определяет мировоззрение. Ну и так далее. Вот, ну, про других просто не имею возможности вам рассказывать, потому что у каждого очень интересная биография. А выводы у меня следующие. Получается, что люди приходили к антисемитизму в разном возрасте, в разном социальном контексте и по разным причинам.
Некоторые подхватывали это в семье, где юдофобия передавалась по наследству. Причем в этом случае она порождала конфликтность и с возрастом только усиливалась, находя для себя все новые и новые поводы. Другим это поначалу было чуждо, несмотря на встречавшийся в их окружении бытовой антисемитизм. Третьи вообще не встречались с этим в раннем детстве и не встречались с этим в школе. Некоторые в юности дружили с евреями и получали от них помощь и поддержку. А перелом случался в молодости. Уже заканчиваю. Перелом случался в молодости, когда люди встречались с несправедливостью, испытывали разочарование в идеологических штампах, вступали в конфронтацию с режимом и сталкивались с жизненными неурядицами или даже по политическим мотивам попадали в заключение. К этому добавлялась связь с русскими националистическими организациями, а также знакомство. И вот тут я должен сделать особый акцент – знакомство с православной юдофобской литературой, порождавшей благоговение перед монархией и отождествление иудаизма с сатанизмом. Такие люди верили религиозным нарративам и не интересовались реальной историей евреев. Иногда, напротив, к антисемитизму вела верность государственнической идеологии и ее обслуживания, но в этом случае человек отказывался считать свою позицию антисемитской. Некоторую роль играли поведенческие расхождения, которые, по мнению этих людей, отличали русских от евреев. И, наконец, и вот тут тоже очень важно, немаловажную роль играли старшие наставники, открывавшие молодым людям незнакомые им стороны жизни и страницы российской истории. Все это порождало не только традиционную юдофобию, но и конспирологические настроения, связанные с верой в так называемый жидомасонский заговор. Все, спасибо. Спасибо большое. Мне очень трудно удерживать выступающих, но тем не менее я прошу все-таки придерживаться установленного регламента, иначе просто для других не останется времени. Я тоже хотел бы прокомментировать уже сказанное, но, к сожалению, удерживаюсь. Следующий у нас выступающий – это Алексей Левинсон, Левада-центр. Прошу, Алексей Георгиевич. Добрый день, господа. Добрый день, коллеги. Я хотел бы свое краткое выступление посвятить такой теме, которую многократно освещали, в том числе самые выдающиеся мыслители, самые выдающиеся исследователи. Тема, которая называлась бы «Евреи и власть». Но я в этой необъятной теме хочу взять один очень узкий аспект, очень узкий момент, который будет касаться взаимоотношений российских евреев, в настоящее время проживающих на территории Российской Федерации, и власти в лице ныне действующей власти, возглавляемой президентом Путиным. Основанием для такого выделения темы служит вот что. Ну, сейчас, пожалуй, уже не так сильны сомнения, которые были сильны до недавнего времени, в результатах исследований Левада-центра, или сначала ВЦИОМа, потом Левада-центра, говорящих о том, что антисемитизм в России, ну, в Советском Союзе и в России находится на очень низком уровне, и более того, и даже этот низкий уровень, кажется, снижается. Ну, много было сказано слов недоверия по отношению к этим результатам, но вроде бы сейчас, ну, все те, кому интересна эта тема, в общем, согласились с этим наблюдением, при том, что указать по поводу причин такого снижения антисемитизма в России при его достаточно высоком уровне и в других странах
скажем, в Западной Европе и в Восточной Европе, вполне близко от границ советского, от границ России или на постсоветском пространстве. Вот причины я не буду пытаться изложить все причины такого феномена. Я укажу на те причины, которые кажутся видимыми или понятными самим, так сказать, субъектам этого процесса, то бишь российским евреям. Российские евреи объясняют ситуацию очень просто. Путин не антисемит. Или, как довольно часто это формулируется, Путин почему-то не антисемит. Ну, за этой формулой стоит, так сказать, многовековой опыт взаимодействия евреев с российской властью. В глазах евреев российская власть непременно должна быть антисемитской, это вроде бы, так сказать, конститутивно для нее. И то, что она, и исторический опыт вот подтверждает это на всех шагах, кроме вот самого последнего текущего момента. Владимир Путин не антисемит, и это, по мнению тех евреев, которые рассуждают на эту тему, это сдерживает тот антисемитизм, который внутри российской власти все равно не может не присутствовать. И далее, о чем я буду говорить в конце, получается, что вот кончится власть Путина, и тогда российская, так сказать, машина власти развернет свой антисемитский потенциал снова. Я не собираюсь объяснять, почему у Путина такие установки в отношении евреев. Я не думаю, на самом деле, что вся ситуация объясняется, так сказать, личностными характеристиками Путина, но она так интерпретируется, и это производит на еврейское сообщество в России очень интересное воздействие. Ну, я бы отметил три аспекта. Первый – это некоторая, так сказать, сконфуженность от такого результата. Многие из тех евреев, с которыми мы проводили интервью, относятся к либеральному крылу российской, субэлитарных групп, и для них, в общем, было бы в этом смысле, скорее всего, характерно острокритическое отношение к российской власти и к президенту в частности. И, в общем, они зачастую именно испытывают такие, или практикуют такое отношение. Но вот этот момент, что Путин сейчас защищает, так сказать, евреев от того, что с ними было бы, если бы не он, но удерживает этих людей в их критике. Второе следствие, которое, мне кажется, очень важным, это особое влияние таких представлений об судьбе еврейства на темпоральность, на временное видение истории вперед, или, так сказать, видение перспективы. Интервью, которое мы проводили с представителями еврейской общественности, показали, что евреи представляют себе будущее России, во-первых, и еврейство в России, во-вторых, на срок приблизительно в 10 лет. Если заводить разговор с ними о более дальних сроках, то происходит резкая перемена самой ситуации интервью или разговора и такой эмфатический отказ от обсуждения этой перспективы или включение таких уже
нерациональных, а другой природы клише, типа «евреи были и будут в России всегда, их пребывание здесь связано с какими-то, так сказать, сверхрациональными обстоятельствами», или «евреи исчезнут все до одного», потому что они и так находятся, так сказать, на умолении. Ну, в общем, и то, и другое не является рациональными прогнозами. А вот на ближайшие 10 лет люди готовы обсуждать перспективы еврейства в достаточно рациональных терминах. 10 лет – это приблизительно тот срок, в течение которого, как мы знаем, многие россияне предполагают, что президент Путин будет так или иначе находиться у власти, возглавлять государство. Я думаю, что зависимость, о которой идет речь, достаточно серьезно, действительно имеет место, но, в общем, наши исследования показывают, что будущее еврейства определяется, скорее всего, все-таки не вот этими прямыми взаимоотношениями еврея с властью, а изменением роли еврейства в российском обществе. Евреи перестали играть ту роль проводников модернизации и инноваций, но не потому, что что-то стало, изменилось в них, а потому, что сама конструкция, само включение России в мировое сообщество происходит теперь на иных основах, и сами процессы внутри российского общества идут по-иному. Это слишком серьезный предмет, чтобы сейчас о нем говорить. Я хотел бы закончить свое выступление сообщениями о том, что стало действительно с антисемитизмом, то есть установками, антиеврейскими установками в принимающем обществе, то есть в русской и другой нееврейской среде. Если выразиться коротко, то антисемитизм не исчез, но он изменил сферу своего функционирования и свое, так сказать, назначение. Антисемитизм продолжает оставаться частью русской фольк-культуры. Я не говорю об элитарных слоях, где антисемитизм другого рода, а вот в массовой среде антисемитизм как негативное мнение о евреях продолжает существовать, но, что очень важно, он в данный период времени не направлен против евреев. То есть это антисемитизм, но он не не является антисемитизмом. Он является частью дискурса русских, которые обсуждают свои собственные внутренние проблемы социализационные, как правило, в основном, с привлечением такого мифологического персонажа, как еврей. Это не евреи, которые существуют реально в жизни, их слишком мало, их мало кто знает, но слово «евреи» знают все, и что приписывается евреям, известно всем. И вот в разговорах с детьми, в разговорах с другом очень частое использование вот таких клише, юдофобских клише, для объяснения тех или иных обстоятельств. На евреев, повторяю, это сейчас не направлено. Но если возникнет та ситуация, которая многих евреев беспокоит, а именно то, что у власти будет находиться тот, кто не будет сдерживать антисемитизм и государственный, и бытовой, то вот эти имеющиеся формы существования, которые сейчас, повторяю, не направлены против евреев, они могут быть развернуты
ну, так сказать, классические Алексей Георгиевич, формы антиеврейского время. Поведения. Я заканчиваю. Я закончил, спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мне очень трудно управлять выступающими по онлайну. И если мы будем затягивать, мы не дадим возможности другим выступающим высказать свои соображения и мысли. Спасибо большое. И следующий у нас выступающий Джонатан Бойд, директор Института исследований еврейской политики из Великобритании. Прошу вас придерживаться все-таки регламента. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо за приглашение выступить на конференции. Для меня большая радость, большая честь быть здесь. Будьте добры, презентацию выведите, пожалуйста, на экран. Спасибо. Это переходим сразу к первому слайду. Конечно, я слежу за новостями в отношении антисемитизма, и меня поражают заголовки, которые я вижу снова и снова. Преступления на почве антисемитизма достигают рекордного уровня, или рекордный номер антисемитских выступлений в первой половине 2019 года. То же самое, уровень антисемитизма растет. И мы видим подсчету антисемитских нападок, выпадов. Мы видим, что это формирует дискурс относительно антисемитизма, как это обсуждается в средствах массовой информации, в политике, в сообществе. И, наверное, целесообразно рассмотреть эти данные более подробно, чтобы определить, о чем они говорят нам и о чем они не свидетельствуют. И вначале, переходим к следующему слайду, давайте рассмотрим случаи антисемитских нападок, рассмотренные безопасности за последние 20 лет. Этот трест проводит такие исследования в течение длительного времени, и вот по месяцам показатель с января 2000 года по июнь 2021. Мы видим пики в определенное время. Во-вторых, мы видим, что уровень постепенно рос в течение первых 15 приблизительно лет. И в-третьих, уровень в последние годы существенно увеличился. Можно предыдущее вернуть изображение? Первые вот эти пики не встречались и в других местах, и непосредственно с вспышками конфликтов в секторе Газа между Израилем и Хамасом. И здесь евреи становятся жертвами таких нападок и прямых выпадов. Будьте добры, следующий слайд. То, что мы видим в течение первых 15 лет, очень постепенный рост. Но это совпадает с периодом, когда наш трест становился все более известен в сообществе Великобритании, что это как раз тот орган, куда следует сообщать о случаях антисемитизма. И это критический момент. Подобные инциденты, они никогда не могут основываться на объективной оценке, сколько их происходит. Их очень сложно подсчитать. Это всегда связано с тем, сколько жертв антисемитских ситуаций обращаются за помощью и сообщают о них. То есть не обязательно, что их больше происходит. Этот рост может говорить о том, что их больше регистрируется. И поэтому сложно сказать, является ли вот этот рост за эти годы реальным или просто стал больше уровень обращений. Третья ситуация. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Недавно достаточно резкий скачок. Здесь важно понимать один момент. В 2014 и 2015 году наш трест ЦСТ строил тесные взаимоотношения и тесные формы сотрудничества с британскими коллегами. И при этом постепенно они объединили усилия с множественными региональными полицейскими системами. То есть данные обращения в полицию передавались в ЦСТ.
что вносились в эти данные. До этого скачка CST записывал только инциденты, которые непосредственно к ним напрямую поступали, а затем не только их, но также те случаи, которые поступали из данных, полученных полицией. И здесь тоже поддерживаю, что это не в плане критики, но сейчас у CST множество каналов информации, поступления информации. И это методологическое изменение показывает, что мы сложно сравнить общее изменение со временем. Даже если отнести систему отчетности, у нас просто больше период сравнения. Будьте добры, следующий слайд. Сомнения, которые возникают относительно недавнего резкого скачка, если мы сравниваем данные Треста CST и службы защиты еврейского сообщества во Франции. Будьте добры, следующий мы увидим вторые для сравнения. Еще раз нажмите, пожалуйста. Да, спасибо. Вот мы видим сравнение. Результаты аналоги... Нет, предыдущий. Да, вот этот слайд, пожалуйста. Значит, общие цифры приблизительно аналогичны, а затем произошло существенное расхождение. И я могу это объяснить двояко. Во-первых, это методологические изменения в Великобритании, которые я уже отметил. А во-вторых, пожалуй, это увеличение присутствия полиции на улицах Франции для защиты еврейских территорий от террористских попыток нападений на еврейские территории. Но что-то здесь все-таки не так. И есть также третий фактор. Это связано с тем, что ежегодные подсчеты во Франции практически всегда ниже, чем в Великобритании. И этому есть две причины. Во-первых, многие люди скажут, что ситуация во Франции хуже, чем в Великобритании. И эмпирически так. Можно сказать, что уровень выше, если, но и в целом ситуация в Великобритании чаще хуже. Во-вторых, население во Франции как минимум на 50% больше, поэтому с этим может быть связано, что больше случаев происходит и регистрируется. Так что же происходит? Так вот, на этом слайде мы видим довольно наглядно. CST слева, данные SPCJ. У нас, к сожалению, легенда наложилась на график. Ну так вот, разные организации используют разные категории. Мы попытались их закодировать одинаковыми цветами, но 3/4 инцидентов, даже больше, зафиксированные CST, они их называют угрозой и опасное поведение. Ну, то есть это антисемитизм низкого уровня, хотя и неприятный. А вот темный синий – это крайнее насилие. И значит ли это, что такого антисемитизма во Франции меньше? Конечно, нет. Это только значит, что CST в Великобритании лучше фиксирует ситуацию, чем их французские коллеги. А французские коллеги в основном смотрят на более серьезные проявления. Просто разные организации по-разному измеряют антисемитизм. Следующий слайд, пожалуйста. Есть еще одна проблема, которую надо иметь в виду. За последние десятилетия количество инцидентов, которые были зафиксированы в социальных сетях Великобритании, резко увеличилось. В 2011 году их было 12, а сейчас за последние пару лет это показатель колеблется от 6 до 7 сотен. И доля инцидентов. Можете еще раз кликнуть, тогда там еще одна строка проявится. А, да, точно, вот график появился. Так вот, в процентном отношении количество инцидентов очень сильно выросло. В 2011 году 2%, а сейчас почти 40%. Поэтому, возможно, социальные сети усугубляют антисемитские настроения, а может быть, просто проявляют настроения, которые раньше просто озвучивались на кухнях, а теперь озвучивают публично. Мы не знаем, какой фактор здесь главный, но нельзя игнорировать этот факт. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, нельзя игнорировать тот факт, что за последние десятилетия число подписчиков увеличилось,
2011 году у Facebook было всего ничего подписчиков, а сейчас 5 миллиардов. И, естественно, это площадка, на которой люди высказываются на любую тему, в том числе высказывают свои антисемитические убеждения. Поэтому мы не знаем, стали ли мы свидетелями роста антисемитизма, или мы просто стали лучше фиксировать эти настроения, потому что сейчас их намного проще проявить и увидеть из-за появления социальных сетей. Конечно, меня пугают алармистские заголовки, которые я вначале упоминал, которые всегда сопровождают данные об антисемитизме. Однако, если мы поместим данные в контекст, если мы посмотрим, сколько реально евреев в Великобритании сталкиваются с антисемитизмом в каждый конкретный год, следующий слайд, пожалуйста, мы увидим, что статистика-то не такая чудовищная. 4, максимум 7 на 1000 за последние годы. А если нажмем нас еще раз на презентацию, мы увидим, как меняется масштаб. Вы видите, тут практически ничего нет. Подавляющее большинство, 93 еврея из 1000 вообще не сталкиваются с антисемитизмом. Если мы учтем, что не обо всем сообщается, вот видите, сейчас у нас картинка немного изменится. Так вот, картинка меняется несущественно, но даже в самой худшей ситуации примерно 917 на 1000 евреев не сталкиваются с никаким антисемитизмом. Поэтому, резюмируя, с одной стороны, данные об антисемитизме полезны. Они нам рассказывают много интересного. Они сами по себе ценны. Но есть и ограничения. Поэтому мы, конечно, сейчас не можем обсудить ни альтернативы, ни более комплексные подходы по мониторингу антисемитизма во времени, в динамике, что, конечно, очень важно. К сожалению, нет у нас времени обсудить эти подходы. Такие подходы нам нужны, если мы хотим использовать данные, чтобы полноценно понять проблему антисемитизма. Ну, может быть, когда мы перейдем к вопросам и ответам, мы сможем эту тему обсудить. Но что я хочу сказать? Нам нужно придерживать более комплексного, более скоординированного подхода, если мы хотим понять, как меняется антисемитизм, какая там динамика во временная. Спасибо большое, на этом я остановлюсь. И теперь я хочу передать микрофон нашей коллеге из Испании, госпоже Карил. Пожалуйста. Большое спасибо. Я действительно приехала из Испании. Я представляю организацию гражданского общества. И хотела бы коротко рассказать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся при сборе данных, при оценке, анализе этих данных. Наша ассоциация занимается борьбой с преступлением на базе ненависти, антисемитизмом, исламофобии, иудофобии. Мы подготовили доклад за 2020 год. Если кому-то интересно, вот, собственно, книга у меня на столе, подходите, можете полистать. Так вот, что здесь важно? Какие инструменты мы используем? И как мы фиксируем данные? Данных нет, нет и проблемы. Если мы не будем фиксировать данные, мы не обратим на проблему внимания властей. В апреле 2021 года Исаак Ируб, президент Федерации еврейских общин Испании, сообщил, что Испания не самая антисемитская страна. Однако есть негативные тенденции, растет антисемитизм. Евреи все чаще сталкиваются с негативным отношением. Почему? Потому что евреи в Испании, конечно, меньшинство. Размер сообщества примерно 40 тысяч человек, а население Испании 45 миллионов человек. Я думаю, это основная причина, почему антисемитизм на таком низком уровне.
В 2020 году было порядка 6 случаев антисемитизма. В первую очередь это были нападки на места культа. Но если мы посмотрим на антисемитизм в целом и все его проявления, то мы сможем зафиксировать примерно 40 случаев. В последние годы происходит тенденция к секуляризации во всех сферах жизни, в том числе в гражданском обществе, среди молодежи. Молодежь отвергает все связанное с религией, особенно традиционными религиями. Мы в докладе зафиксировали ряд интересных комментариев, сделанных в отношении антисемитизма. Например, были вандальные надписи на еврейском кладбище или на монументе в память отправленным в концентрационные лагеря. Например, были комментарии «хороший еврей», «плохой еврей», «евреи, убирайтесь» и так далее. Ну, надо сказать, в отношении христиан такие комментарии тоже пишутся. Хочу упомянуть один случай, который состоялся буквально в феврале этого года, чтобы вы понимали динамику. В феврале проводилась манифестация в память о солдатах, которые Франко направил в поддержку войск Гитлера, а 18-летняя девушка пришла с плакатом «Надо бороться за Европу, надо бороться с нашим врагом, наш враг по-прежнему евреи, пускай они носят новые маски, надо бороться, собственно, с евреями». И девушка эта учится в Германии. Она об этом сказала на телевизионном шоу. 300 человек участвовали в демонстрации, большая часть протестующих — это молодые, от 15 до 25, ну, то есть прям молодые люди, что, конечно, не может не вызывать озабоченность. Почему возникает антисемитизм? Какие причины? Ряд причин, конечно, уже обозначен. Есть политические причины, есть информационные кампании, в частности, в поддержку Палестины. В Испании, кстати, их ведут очень активно. Такие политические кампании влияют на общественное мнение и создают питательную среду для антисемитизма. Есть антисемитизм в СМИ. Очень часто журналисты используют предвзятые формулировки. Ну, например, они говорят, израильские солдаты убили палестинских нападавших, хотя по факту они защищались, палестинцы напали. Однако журналисты использовали термин «убили», но не подчеркнули тот факт, что на израильских солдат напали, и они защищались. Далее, нехватка информации, недостаток образования, нехватка знаний об истории еврейского народа. Лишь 6%, точнее, испанцев не считают, что Холокост — это проблема. 40% испанцев не знают, что призывы к насилию в отношении евреев караются законом. Есть люди, которые даже не знают, что евреи были жертвами во Второй мировой. Мы пытаемся измерить общее настроение в обществе, чтобы понимать, какие нужны меры реагирования, проактивные, может быть, какие-то корректирующие меры. То есть мы пытаемся проанализировать эволюцию антисемитских тенденций, иудофобию, ксенофобии. Мы пытаемся реагировать на то, что реально происходит в стране, потому что важно реагировать на реальные тенденции. Мы сталкиваемся, конечно, со сложностями. Ну, во-первых,
Необходимо повышать информированность. Для этого нужны ресурсы, нужны люди. Необходимо создавать сеть людей в разных регионах страны, которые будут собирать данные, следить за публикациями в местной прессе, за мероприятиями, которые проходят, за конференциями. Далее необходимо проводить учебные мероприятия и определиться с терминами, чтобы была ясность, чтобы избегать оценочных суждений. В Испании есть общепринятое, официально принятое определение антисемитизма. Что еще? Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается с необходимостью документировать все случаи. Нам нужны данные, а если мы будем что-то утверждать, не подкрепляя доказательствами, мы потеряем доверие, потеряем авторитет. Нам нужно доказывать свои утверждения. Еще одна проблема — это то, что не обо всех случаях мы рассказываем. Необходимо проводить информационные кампании. Нужно освещать все случаи, которые происходят в стране, потому что освещения нет, считай, нет дела, нет дела, нет проблемы. Пятая проблема заключается в том, что надо бороться с преступлениями, связанными с разжиганием ненависти и агрессии. Нельзя позволить людям, которые оказывается в интернете, сохранять анонимность. Конечно, очень это непростая задача для правоохранительных органов. Поэтому очень важно привлекать экспертов, чтобы они правильно интерпретировали собранные данные. Необходимо правильно анализировать все случаи, потому что какой-то один случай может стать серьезной проблемой и поводом обратить внимание на происходящее. Или, может быть, много, но менее важных случаев. Мы хотим понять, что реально происходит в нашей стране, чтобы принимать наиболее эффективные меры для того, чтобы предупреждать антисемитизм. Я много что могу еще сказать. Но на этом я остановлюсь. Я понимаю, что время, к сожалению, очень мало. И огромное всем спасибо. Мы себя чувствуем немного одинокими, потому что мы организация гражданского общества, собственных средств у нас нет, мы полностью зависим от пожертвований. И спасибо за приглашение, спасибо за внимание. Всем спасибо. Пожалуйста, Яков Бен Яков, Хаймай Бен Яков, пожалуйста. Последний заключительный доклад. Извините, что совсем немного времени осталось. Если можно поднять мою презентацию. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь лапидарно максимально представить. Уважаемые друзья, особый для меня очень почетно быть в такой секции с профессором Куперманом, Серджио де ла Пергола, профессор Розенфельд. Господа, я прежде всего хотел анонсировать нашу публикацию, которую мы подготовили совсем недавно, и мы имеем честь среди авторов иметь профессора Гудкова и профессора Левинсона, участвующих здесь. Эта публикация называется «Антисемитизм, толерантность и историческая память на постсоветском пространстве». Эта публикация, изданная нашим Евразиатским конгрессом, призвана некоторым образом обобщить информационный поток, связанный с мониторингом антисемитизма и некоторыми общими выводами вот по этим основным направлениям: антисемитизм, толерантность и историческая память. Ну, прежде всего, коллеги все, наверное, знают о том, что огромное количество организаций и институции занимаются сегодня мониторингом. Это причина, почему мы, Евразиатский конгресс, решили не заниматься этим вопросом. Вот только короткий список.
Министерство по делам диаспоры в государстве Израиль, Центр европейских еврейских исследований в Тель-Авивском университете, Антидефамационная лига США, отчет Госдепа Государственного департамента США об уровне религиозной свободы в мире, аналитический центр «Сова», отчет группы мониторинга прав национальных меньшинств в Украине, Объединенная еврейская община Украины. Это далеко не все организации, которые занимаются мониторингом этой проблематики в самых больших еврейских общинах евроазиатского региона в России и в Украине. Поэтому мы в первую очередь представляем некую попытку сравнить методологии этих организаций между собой. И один из очень интересных выводов, который я просто выборочно хотел бы представить, мы заметили, что доля пессимистов среди евреев России и Украины, можно следующий слайд, примерно в 4 раза ниже, в 4 раза ниже, чем среди 12 государств Евросоюза. И вот на одном из этих, на первом слайде мы представили здесь, что по вашему ощущению, каков уровень антисемитизма. И мы видим, что большинство считают, что он не изменился. 20% затрудняются ответить. 22% считают, что снизился уровень антисемитизма. И 14% считают, что уровень антисемитизма вырос. Кстати, результаты, мы опубликовали эту брошюру, можно получить на конференции в Москве, она там должна быть представлена. А на сайте Евроазиатского конгресса мы повесим вот в ближайшие часы эти результаты. В материал, можно следующий слайд. Материалы нашего отчета свидетельствуют о том, что на постсоветском пространстве нормы, осуждающие публичное проявление этнического неравенства и неприязни, отрицаются. То есть общество и власть не требуют проявления этнического неравенства и неприязни. Более того, очевидно, отрицают. Можно следующий слайд. Профессор Гудков, который сегодня здесь выступал, представил нам две интереснейшие статьи. Социологические аспекты... извините, здесь еще есть материалы по нашему большому исследованию, которое мы провели в 5 странах постсоветского пространства, в России, в Украине, в Казахстане, в Молдове и в Белоруссии. И мы зафиксировали, что в среднем по странам бывшего СССР только 26% сталкивались лично с антисемитизмом. 27% знакомы с жертвой. И 24% не сталкивались вообще с проявлениями антисемитизма. Вот в России, по последнему показателю, это 35%, сталкивались лично только 20%. То есть в России по-прежнему, как мы говорим, тихая гавань с точки зрения проявлений антисемитизма. Можно следующий слайд. Так, я возвращаюсь к двум статьям, публикованным у нас профессора Гудкова. Это такое грубое обобщение инфографики для непогруженной аудитории, который также фиксирует, что выраженных антисемитских посылов со стороны российского общества нет. Но рассказывал нам сегодня профессор Гудков о латентном антисемитизме, эта статья чрезвычайно важна о том, что же такое сегодня латентный антисемитизм в России. Это тема, с которой нужно внимательно разбираться. Антисемитизм, как мы знаем, не исчез,
хотя выражен слабее, чем в странах Запада, особенно в странах Запада мы фиксируем это на фоне конфликтов на Ближнем Востоке. Очень интересная статья, я хотел привлечь внимание, или такой раздел в нашем отчете украинского автора, профессора Грицака из Львова. И он посвящен специфическим характеристикам украинского антисемитизма, господа. И выводы автора, что украинская история одновременно демонстрирует, как примеры воинствующего антисемитизма, например, в годы Второй мировой войны, так и филосемитизма. Этот симбиоз вот, отражает украинскую амбивалентность. И на этом основании историк и философ из Львова призывает избегать упрощенных трактовок этого сложного и очень особенного в Украине явления. И упрощенные трактовки способны усыпить нашу бдительность. Раздел доклада «Факторы антисемитизма» исследует, на мой взгляд, уникальное явление. Расхождение субъективных оценок евреями масштабов антисемитизма с одной стороны и данными официальных мониторингов. Вот 40% можно следующий показать раздел. 40% респондентов Левады Центр исследования «Восприятие антисемитизма глазами евреев России» признались, что за последние 5 лет становились объектами угроз, нападений и иных видов агрессии. 44% респондента данной категории имели основания полагать, что атаки имели выраженную антисемитскую подоплеку. И мы это констатируем на фоне низкого уровня, который фиксирует все мониторинги относительно антисемитизма. Такие же данные по этой же проблеме были получены нами в ходе большого исследования в 5 странах. В России, в Украине, в Казахстане, в Белоруссии и в Украине. Мы проводили это исследование в 2020 году, и это исследование представлено в статье «Динамика антисемитизма» профессора Ханина, который показывает нам, собственно, что есть расхождение, с одной стороны, объективные оценки, с другой – результаты мониторинга. Возвращаясь, я пытаюсь сократить просто мое выступление, и в некоторых материалах нашего доклада мы фиксируем отношения, проведенные на основании проведенных исследований и опубликованные в статье профессора Гудкова, например, согласны отношения неевреев к еврейскому населению, и, собственно, в чем выражается антисемитизм. Ну вот, например, то, что евреи избегают физического труда. Можно следующую, если можно, следующую я попытаюсь на 9-й странице, да, что евреи избегают физического труда и то, что евреи важнее человеческих отношений. На следующую, пожалуйста, страницу. О том, что евреи занимают слишком много места в культурной жизни России. И только 12% считают, что лучше бы совсем не было евреев в России. И наоборот, позитивные взгляды, следующий, пожалуйста, файл, со следующими высказываниями. Позитивное отношение к евреям, что евреи порядочные люди, и 84% людей в России считают, что среди евреев много талантливых, способных людей. Это все к вопросу, о восприятии
латентного и проблематики латентного антисемитизма. Интересные результаты в статье, опять же, профессора Гудкова о сравнении советской эпохи. И вот в России 36% считают, что антисемитизма стало меньше или гораздо меньше. Пожалуйста, следующий слайд. 42% считают, что у евреев в России слишком много власти в экономике, политике и медиа. И 67%, что мир был бы лучше, если бы не было Израиля. Пожалуйста, через два на странице 16 в слайде. На вопрос: за последний год встречали в России людей, высказывающих следующее, 77% ответили положительно, что у евреев в России слишком много власти. Особую обеспокоенность у нас, пожалуйста, следующий слайд, новое явление, относительно новое явление, отрицание или преуменьшение проблемы Холокоста. Мы видим некое заметное появление во всех наших наблюдениях за происходящим. И это несмотря на то, что 87%, пожалуйста, следующий слайд, знают, что такое Холокост. И только 13% в России никогда не слышали ничего об этом. Следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста, что 79% в России никогда не сталкивались с отрицанием Холокоста. И 14% говорят о том, что иногда. Это свидетельствует о том, что все-таки благодаря усилиям еврейской общины и исследовательских центров эта проблема стоит на повестке дня в России. Пожалуйста, на 21-ю страницу. Вопрос о том, что такое черта оседлости, 75% затрудняются ответить. И это связано... Господин Беньяков, у нас заканчивается время, прошу прощения. Я понял. 75% затрудняются с ответом. Это к вопросу о том, что население слабо знакомо с еврейской культурой. Такая же история с сионизмом. 36% никогда не сталкивались с этой историей. Если можно, на 24-ю страницу я хотел бы привлечь внимание к тому, что здесь есть ссылка, по которой можно зайти на наш сайт Евразиатский еврейский конгресс «Антисемитизм» и увидеть этот сборник полностью. Уважаемые коллеги, мы этот сборник подготовили для того, чтобы, ознакомившись с ним, лидеры мнений могли принимать практические решения. И в списке этих практических решений образование, с нашей точки зрения, стоит на первом месте. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас мы вышли за все пределы временные. Я хотел бы немножко подытожить. Несмотря на краткость отпущенного нам времени, все-таки выступающие акцентировали несколько очень важных проблем для последующего исследования. Первое – это то, о чем говорил профессор Пергола, это структура антисемитизма. Вторая проблема, о которой говорили, это причины антисемитизма, влияние механизмов социализации и идеологических источников, источников агрессивного антисемитизма. Третья проблема – это проблема социальных сетей. То есть они выступают
либо катализатором, либо формой выражения антисемитизма. И четвертое, о чем, собственно говоря, Алексей Левинсон и последний докладчик, это проблема латентного антисемитизма. То есть, как воспроизводится антисемитизм вне, собственно, уже как бы присутствия евреев, потому что антисемитизм без евреев, потому что в нынешних условиях абсолютное большинство в России, по крайней мере, никогда не сталкивались в личном качестве с евреями. Как воспроизводятся антисемитские представления и стереотипы? Какую роль они играют? Вот эти проблемы, мне кажется, надо бы зафиксировать и, может быть, сделать их действительно, ну, во-первых, предметами будущих исследований и возможного, как нам обещали, семинара, уже специально посвященного методам и формам исследования, изучения этого. Спасибо большое всем участникам и выступающим. Простите, что был жесток, недостаточно жесток в модерировании и контроле за временем. Спасибо. Всем до свидания.